Поисковые отряды Калмыкии вышли на весеннюю вахту памяти. Ее первый межрегиональный этап проводится на Хлухутинском рубеже, там, где в 1942-м шли ожесточенные бои, ставшие переломным для всего хода Великой Отечественной. В июне с волгоградскими коллегами в районе калмыцких сел Плодовитое Тундутово, а также волгоградского Абганерова и Котельниково будет проведена разведка по новым данным, полученным в ходе февральской архивной экспедиции в Центральный архив Министерства обороны в Подольске. Поисковиками уточнены списки безвозвратных потерь, проверены журналы боевых действий. Впереди большая кропотливая работа по возвращению с полей сражений пропавших бойцов. Героическая оборона Сталинграда позволила нам связать немецкие войска там, на Сталинградском фронте. И южный фас этого Сталинградского фронта как раз выходил сюда, на территорию Калмыкии. Там Алдербетовский район, Сарпинские районы. Там, где тоже шли ожесточенные бои. Работы очень много. Работа сейчас предстоит именно в полях. Установить, найти и далее уже благоустройство воинских мемориалов, обелисков, установка мемориальных плит и увековечить память тех, кто защищал нашу родину в те суровые годы.